Обалдеть, сколько алмазов! Давайте добудем. Так я не понял, походу это была ловушка, все они настоящие и живые. Йо, ребят, всем привет, с вами как всегда я Валрус, и вы, наверное, хотите меня спросить, что я делаю в такой прекрасной шахте. Сегодня вы увидите видеоролики настоящие живые руды в Майнкрафте. Я сам в шоке, я сам не знал, что они существуют, но прямо сейчас я поставил мод, который добавляет эти самые живые руды в Майнкрафте. Я на самом деле в шоке, поэтому я сразу же отправился в шахту для того, чтобы проверить это. Но прежде всего, как вы видите, я немного голоден, и я решил взять себе очень-очень-очень странные виды еды. Первый вид еды, он красный, я даже не знаю, что он делает. Давайте попробуем ее съесть. О, господи, у меня теперь есть Fire Resistance. То есть я могу просто взять и искупаться в лаве. Обалдеть, это очень классная еда. Кстати, помимо нее, у меня тут есть еще другие виды еды, которые мы будем пробовать во время всего нашего видеоролика. Также моя броня постепенно начинает ломаться, поэтому... Так, все, я начал гореть, окей. Также я очень хочу себе найти, наконец-то... Это что, алмазы? Уже? Так быстро? Обалдеть, давайте же скорее их добудем тогда. Это не алмазы! А, обалдеть, что? Что происходит? Ай, 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 что такое? Ребят, как вы поняли, это и была живая руда. Прямо сейчас я нашел алмазы, и как оказалось, это живая руда, то есть фейковые алмазы. Обалдеть, я в шоке. Привет, как дела? Окей, давайте попробуем его как-нибудь убить. Так, главное, чтобы он не сгорел, потому что если он сгорит, это будет очень-очень плохо. И потому что с этих странных блоков, странных живых руд, падают действительно хорошие вещи. Давайте попробуем сейчас как-нибудь поставить сюда каблстоун. Блин, ну что ж такое, что ты тонешь? Иди сюда. Нет, не бей меня только. Обалдеть, да что ж он делает-то такое со мной? Я не понимаю. Все, я его убил, отлично. Из него мне выпал один алмаз, кстати, ребят. Я не знаю, почему именно один. Мне кажется, могло выпустить больше, но, короче говоря, примерно так и выглядят эти живые руды в Майнкрафте. Но это еще не все. Существует очень страшный моб из руд в Майнкрафте. И если мы будем с вами ломать руды и убивать их, то есть, смотрите, мы опять же добываем руды. Так, тут все нормально, окей. Никто вроде бы не превращается ни во что. Я все-таки хочу добыть эти алмазы. А, это был всего лишь... А, нет, вот тут еще алмазы. Все, супер, алмазы добыто. Еще алмазы, отлично. Опять этот живой блок. Окей, давайте его убьем. Итак, на этот раз теперь мы с вами... Что это такое? Что это за... Сильверфиш крипер? И что это за крипер? Давайте попробуем его убить, я не знаю. Опа, что с него выпало? С него выпал порох, окей. Следующую еду, которую мы с вами съедим, это будет вот такой вот зеленый странный стейк. Давайте попробуем на его на вкус. Окей, это выглядело довольно странно. Так, добудем немного золота. Опять живой блок, только уже железный. Давайте его тоже убьем. Окей, пока что ничего не происходит и ничего интересного из него не выпадает. Лаки-блоки, отлично! Итак, открываем первый лаки-блок. Второй, третий. Это что, серьезно, зачарованная алмазная броня? У меня как раз ломается моя нынешняя, и почему бы мне ее не заменить на алмазную? Если она действительно хорошая. Нифига себе! Итак, у меня новый шлем. И, походу, новый нагрудник, окей. О, господи, что это такое? Алмазный блок, спасибо. О, сундук, отлично, давайте его откроем. Ё-моё, это еще один живой блок в Майнкрафте. Мы его уже встречали, и это настоящий мимик, так называемый. Мне подсказали в комментариях. Обалдеть, какой он страшный. Давайте его прямо сейчас попробуем убить. Блин, ну он реально очень стрёмный. Умри. Он очень живучий причем. Супер, из него мне выпал сундук. Нет, мне не очень нужно. Что произошло? Нет, ребята, прямо сейчас я упаду. Скорее поставьте лайк, чтобы я не упал. Господи, а что? Как мне выбраться отсюда? Так, окей, давайте не торопимся. Ставим блок. О! Или так. Итак, следующую еду, которую мы попробуем с вами съесть, это заряженное криперское... мясо. Окей. Хорошо, что здесь есть много лаки-блоков. И вот этот странный чувак Боб. Давайте его убьем. Надеюсь, его выпадут вещи, которые на нем надеты. О, господи. Отлично, мне как раз не хватало новых ботинок и новых поножей. Кстати, тут еще и меч зачарованный. Протекшн 3. Протекшн 4. Обалдеть. Кстати, из него выпали обычные сумочки. То есть, одна сумочка. Давайте попробуем посмотреть, что тут. Раз. И два. Что это за странный меч? Посмотрите, как он классно выглядит. Жалко, что у него маленькая атака, зато посмотрите, как он круто выглядит. Я уверен, что он очень сильный. Окей, давайте сломаем остальные лаки-блоки. О, господи. Как вы понимаете, ломать лаки-блоки в шахте действительно опасно. Зато мне выпала еще одна сумка, и это, между прочим, золотая сумка. Следовательно, дроп из нее будет уже лучше, чем из обычной. Поэтому давайте прямо сейчас возьмем и... И что это? О, скорость 2, отлично. И она бесконечная, но, правда, я не очень хочу со скоростью бегать, если честно. Так, странная руда, все мы ее прекрасно знаем и... Что?
Все мои вещи выпали? Вы что, серьезно? А вот этого от стороны Руды я действительно просто не ожидал. Я в шоке. А прикиньте, если бы я был в лаве, я не знаю, или где-то там. Просто все мои вещи пропали бы. Так, окей, у меня все вроде бы на месте, я надеюсь. Только что я убил скелет, и из него мне выпала вот такая вот дудка. Давайте прямо сейчас ее подберем и попробуем на ней сыграть. Обалдеть, она работает. Вы слышите? Я ее обязательно должен оставить такое. Я еще не встречал в Майнкрафте. Опять странная руда. О, попугайчик. А как его приручить? Ребят, я действительно знаю, что в Майнкрафте можно приручать попугаев. А как их приручать, я не знаю. Я столько играю в Майнкрафт и до сих пор не научился этого делать. Поэтому обязательно напишите это в комментариях, потому что я действительно не знаю, что делать. Что? Книжка, уйди отсюда. Так, окей, столько эндерперлов, я думаю, будет достаточно. Еще один чувак с дудкой. Но дудка уже не выпала. Крипер, привет. Опять выпала золотая сумка, мы должны ее 100% открыть. Итак, Incredible School. Когда я ее надеваю на голову, она дает мне силу 2. Бесконечную силу 2. Вы только представьте, какой у меня будет с ней урон. Я обязательно ее оставлю у себя на голове, потому что действительно урон будет с ней огромный. Я даже захотел кого-нибудь найти для того, чтобы попробовать убить. Например, вот эту ведьму. 17 урона, обалдеть. Хорошо, а что если мы попробуем прямо сейчас опять уничтожить живую руду в Майнкрафте? Уйди отсюда. Привет. Он меня вообще не бьет, что ли? Ты чего? Не обижайся. А, ты не можешь выбраться. Давай я тебе дам путь. Он сам просто взял и умер, ребят. Вы видели это? Это было очень странно. О, еще один живой блок прямо сейчас находится прямо передо мной. Держи. Сумочка. Из сумочки нам выпадает... Ого, неплохая кирка. Выглядит она действительно очень круто. Я бы ее попробовал еще бы зачаровать, но правда я не знаю как. На самом деле за последние дни в этом выживании у меня прибавилось намного больше вещей, которые я очень сильно хочу вам продемонстрировать. Итак, я вышел на улицу для того, чтобы вам все продемонстрировать. Например, вот эту странную скрепку. Короче говоря, эта скрепка просто прыгает и разговаривает со мной. Мне это очень не нравится. Давайте попробуем ее убить и посмотреть, что из нее выпадет. Из нее выпадает эта же самая скрепка, которую мы можем опять поставить. Обалдеть. Когда мы кликаем правой кнопкой мыши по этой штуке, у нас воспроизводится музыка известного мема. А что если мы возьмем и наденем на свою голову вот такую вот маску? Да, эти все предметы есть в моем странном выживании, если оно вам нравится, это капец просто. Так, окей, что у меня еще есть? У меня еще есть Оскар, который мне недавно дали. Давайте прямо сейчас дойдем домой и поставим его в самое видное место, чтобы все мои друзья знали, что у меня есть Оскар. Как раз у меня есть алмазный блок, который мы нашли в шахте, где он? Я поставлю Оскар рядом со своей кроватью, на алмазный блок. Обалдеть, посмотрите, как он классно смотрится. И буду крутить рядом спиннер, посмотрите. Действительно, этот спиннер можно крутить, просто нажав на правую кнопку мыши, и он будет у вас крутиться. При этом скорость персонажа будет замедляться. Я не знаю, почему это так, но почему-то реально это так. Ну а это вы, наверное, все прекрасно видели, это мем бутылки. Я просто выпил это зелье, и ничего не произошло. Если что, я не закончил, потому что еще мне... У меня есть яблоко, вот такое. Это прям как iPhone, но на самом деле нет. И вот эта вот странная штука, что она делает, опять же, я не знаю. Вертолет, точнее, рофлкоптер. Не знаю, почему так называется и почему такие странные звуки издает, но прямо сейчас мне нужно его убить, а то он улетит и будет летать вокруг моего дома бесконечно. Нет, мне нужно срочно его убить, я не знаю, как его убить. Так, я срочно бегу домой за стрелами для того, чтобы застрелить этот странный вертолет. Ну все, сейчас я в тебя попаду. Бам, не попал. О, попал, отлично. Теперь он, может быть, упадет. Ребят, он дамажится и, наверное, сейчас упадет. У него осталось 4 хп, ребят. Я не знаю, как его добить. Ну и куда он улетел? Ладно, неважно. Кстати, в предыдущем видео я просил вас скинуть мне мод на рюкзаке в Майнкрафте. И да, я скачал этот мод, и прямо сейчас, наконец-то, у меня будет свой личный рюкзак. Для того, чтобы сделать рюкзак в Майнкрафте, нам с вами понадобится кожа и... И вот такая вот странная форма, которая делается из ниток и железных палок. Железа у меня должно быть достаточно, поэтому давайте начинать это делать. Делаем палки, берем нитки и совершаем примерно вот такой вот странный крафт. Готово. Теперь нам понадобится кожа. Правда, у меня ее не очень много, но прямо сейчас берем, расставляем так, и получается все это надо обернуть, и у нас получится маленький
Рюкзак, в который мы можем положить всего лишь сколько? Серьезно, 12 вещей, это очень мало. Как сделать его больше? Для того, чтобы сделать его больше, нам понадобятся совершенно другие предметы, но это мы сделаем в следующих сериях. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно зацените предыдущие серии моего странного выживания. Просто кликните конечную заставку. Всем удачи, всем пока, до скорых встреч. Очень долго я ждал, чтоб ты лайк нажал. Подпишись на канал, о чем я так мечтал.